Кемерове закон о присвоении губернатору Роману Тулееву звания народного протестовали общественники и назвали его «золотым парашютом». Представители регионального отделения Общероссийского народного фронта обратились в областную прокуратуру с требованием проверить законность решения, принятого областным советом депутатов. Народные избранники проголосовали за документ, в котором прописаны многочисленные бонусы, положенные главе региона после отставки. Ежемесячная пенсия в 50 тысяч рублей, личный помощник, отдельный кабинет в здании администрации. Список получился внушительным. Некоторые из подарков Тулеева общественники посчитали не только чересчур щедрыми, но не соответствующие законам РФ. Нас что, собственно говоря, немного возмутило? То есть, во-первых, после прекращения полномочий за губернатором остается то место, где он проживал. То есть это огромная резиденция в Мазурово, соответственно, с охраной, там, с каким-то еще дополнительным персоналом. А, во-вторых, лицу, прекратившему полномочия, предоставляется служебное помещение в органах исполнительной власти с помощником, оргтехникой.